Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Сегодня хотелось бы показать один лайфхак. Он не мой, мне подсказал мой знакомый хороший. Вот с помощью вот такого дермозатвора, как установить аквариумный водонагреватель. Ну, как вы уже поняли, принцип его наипростейший. Делаем отверстие в крышке бродильни, устанавливаем. Здесь вот эту резиночку достаем, делаем в ней отверстие небольшое под кабель. Все это просовываем. Собираем по новой и закручиваем. Вот у меня уже подготовленная заранее такая крышечка. Но еще не стал делать здесь ничего. И, соответственно, готовая кабель. Продернутый. Ну, здесь я немножко неправильно сделал, обрезал когда-то давным-давно, еще до этой. И вот пришлось так вот соединять. А так, обрезаем вилочку, просовываем и делаем новую вилочку. И выглядит все это вот таким видом. Это у меня вот так вот. Гидрозатворы и резинки с Алиэкспресса. Цена вопроса 4 рубля. Думаю, что это полезно будет для многих, особенно кто готовит зерновые и нужно подогревать, держать постоянную температуру. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Ставим пальчик вверх, подписываемся на канал. До нового видео. До свидания.